приветствую на канале Asmodee Play. Мы начинаем Бэтмен. Блин, я уже пол игры прошел нахрен. Так, начинаем Бэтмен. Сюжет. Новая игра плюс. Нет. Тогда давай назад. Назад. Вот здесь вот. Автосохранение данный значок будет появляться. Сюжет. Новая игра. Сложность норм. Все. А, подождите. Подсказки. Нет, подсказки мне не надо. Да где ты настройка? Музыка-то. Нет. Кстати, управление тут единственное что-то. Управление, настройки звука. Все, новая игра. Сложность норм. Начинаем. Блин, столько прошел, блин, записи нет. Короче, суть такая сейчас. Код красный, побежала черная маска. Это, как я понимаю, преддверие игры вообще Бэтхэм Аркхэм. Кто там? Аркхэм Сити, какая там? А? Да. Что? Все. И сейчас получается накануне Рождества. Надо ехать, лететь в тюрьму. Бэтмен тут уже немного прокачан, и поэтому много чего умеет. Твое время истекло. Я знаю, что этой ночью мы покончим с одним из самых гнусных и неисправедливых убийц Готэма, Джулианом Грегом Дайем. Хрен прочитаешь, Дэем. Никакого Бэтмена не существует. Я говорю, это преддверие той игры, как я понимаю. Хотя мне кажется, вот, пока все Бэтмены хорошо выходили, кроме одного, где там у меня игра есть, это Бэтмен типа комикса. И тебе надо выбирать налево, ты пойдешь направо, как у тебя сюжет будет развиваться. Но она какая-то не закончена, что ли, игра. Потому что, мне кажется, неважно, по какому пути ты пойдешь, а финал будет одним и тем же, просто к тебе будут относиться либо хорошо, либо нейтрально, либо говно. Вот и все. Финал будет, мне кажется, один и тот же. Здесь, смотрите, какой брутальный. В общем, у него пульт управления, смотрите, вот, и уже за рулем. Можно не подтягивать туда себя внутрь. Так прямо сверху лететь. И, кстати, запускать это, чтобы сохранялось от имени администратора. Я вот от имени администратора на Indie 8 сохраняю, но у меня опять же отказал от имени администратора, чтобы я мог записывать вот так вот, ставить на паузу. Так, бежим. Так, здесь вот мы, кстати, почему-то никаких очков не получаем. Хотя звездок навешаем ему, но очков не получим. Давай, допрос. Там, блин, опять контрудар. Это типа тренировки. Директор тюрьмы, да? А, начальник тюрьмы. Джозеф. Where is Black Mask? I
I don't know. He's here for Commissioner Loeb. Maybe one of his men knows where he's headed. Где у него зарядка? Ну, у мобильного устройства. Так, а зачем мне с ним разговаривать? Смысла нет. Он тут ни при чем, да кому какая разница? These are black masks, men. I'll make them tell me where I can. А вот здесь мы первые очки свои получим. Что, все что ли? А, достаточно, допрос тогда. Где черная маска? Откуда я знаю? Жалею ему. Ладно, ладно, он идет в камеру для казни с Лоубом. Молодец, а теперь спать. Так-то он вот этих бы выпустил, я бы, может, больше заработал, даже ни разу не пробовал. Да. Так. Пролетает. Сейчас мы еще посмотрим одну штучку. Давай, на крокодила. Она вверх ушла. Да почему ты куда-то бьешь? Поехали. Идем, идем, идем. И оп. Вниз. Смотрим еще картинку. Тут, правда, как-то маленько все. Он же свихнулся. Так, этого Бэтко где сейчас подтянем к себе. Оглушим плащом и нахренаком. На. Так. Давайте идем. Драка. О, смотрите, какие царапины там. Ах ты, падла. На. Вот так вот. Так. Поехали. That area of the floor is weak. Да нет. I can use my explosive gel to break through. Вниз. Пиво все хотел налить. Ладно, давайте посмотрим. Пока смотрим сюжет, я себе налью пивка. Для рывка. Some big changes. You're a
Давай. Отрывай. Почему преступники не пользуются вот этими ходами, я понять не могу. Вот здесь, кстати, интересно, так падать будем на них. Да блин. На. Ближний бой. А как? Низкий угроз. Не понимаю. Мастер-мститель. Так. Дверь заперта. Тогда мы... О-о-о, сюда пойдем. На! А мы-то не отошли даже. Заметьте, тут пока еще ничего нету. Издалека тащим. Вот так вот. Блин, для этого мне раньше надо было на том-то Бэтмене усиление крюков всякие. А там это здесь, видимо, как все есть, а там зарабатывать все это надо было. Сейчас мы спустимся к ним. Смотрите, календарник пришел. Это продажная херота, кстати. Его нисколько не жалко. Камеру эту падлу. В газ. Представление окончено, уходим. Кстати, кого он там ударил? Я так не понял, своего что ли? Но он уже умер. Commissioner Loeb is dead. Black Mask has a lot to answer for. Плащом оглушаем его. На. Так, кого он там? Нет, кстати, смотрите, он своего ударил так сильно, смотрите, что вырубил его. И окно там бронированное захренаком. Ладно. Выходим. Плотность дыма. А мы что, не сюда раз выходим? Что у нас тут? Ничего страшного. Берем с робота карту. Так, ладно. Сохранение.
Давай. Залази. Сейчас будем драться. Пиво кончается. Ой, господи. Да ты прям чувствуешь меня. А сам воняешь, кстати. Запах похожий на твой. А я узнал твою вонь. Подожди. На. Блин, хрена себе, жрать меня хочет, падла. На. Подожди ты. Да уж. Враг жесток. Ну вот теперь заканчиваем это видео. И нас увидят теперь, скажут, да, действительно, Бэтмен есть. Кстати, нас увидит офицер. Горн, по-моему, если не ошибаюсь, или кто он там? Кто он там помогал? А вот, кстати, человечина питается. Кто за убийца? Итак, если вкратце, на нас 8 убийств спустили. Бэйн, Дэдшот, потом еще какие-то, я уж не помню. Ну их 8 всего. И заметьте, я его даже не убил. Не сегодня. Ты пойдешь со мной? Не сегодня. Все? Я, блин, за вас работу делаю. Вы же еще меня и задерживаете. Вы идиоты, американцы. Вы идиоты. Зачем вы так делаете? Человек, который вам помогает, вы его же задерживаете. Нате вам. Так, нам туда не надо, у нас получается сейчас только надо, вот сейчас данные мы посмотрим. И увидим. Смотрим видео. Убийцы во множественном числе, именно так. Его зовут Крок Убийца. Крок — это вот, которого мы сейчас бились. Мне жаль его сокамерника. Мне нет. Посмотрим, что еще у него есть на диске. Каждый из них должен получить по конверту, доставить нужно сегодня. Все наемные убийцы — лучшие из лучших. Черная маска серьезно подошел к делу.
Deathstone, ну какой-то, не знаю, какой-то убийца. Это, кстати, из стрелы. Светлячок. Тоже, если не ошибаюсь, из стрелы. Сжигало все. Так. Вот эту я не знаю, честно скажу. 14 побега. Ага. Флойд Лотен. Вот он же Дэдшот. Ну, кстати, вот в прошлой Бэтмене, в позапрошлом я его гасил уже. Ловил. Хороший убийца, ну, маньячина еще тот. Это кто такой? Шокер какой-то. Тоже не знаю, кто такой, не видел. Шива. Хрен пойми кто. Ниндзя, наверное. Из подземного города. И вот это я тоже не помню. Бэйн, а, Бэйн, который на токсичных отходах мощный. Да. Нет отходов, нету Бэйна. Why would he be taking money as a hired killer? Is that Warden Joseph? А начальник тюрьмы Джозеф, наверное, как черная маска, проник в Блэкхайм. Он применяет пытки для запугивания и развлечения. Вот почему у него глаз был перевязан. Как вы видели, у него глаз был перевязан. Управляет беспилотниками, так, положу тому конец. Короче, они за ночь меня должны загасить. Игра будет продолжаться одну ночь, и не важно сколько я, день, два, три потрачу в неделю. They'll put innocence in danger to attract my attention. I can't take that risk. And you think it's a better idea to just put yourself in there? Ну давай, самый лучший вариант — это пойти к ним. Конечно. Пойдем к пингвину. Только до пингвина мы еще добраться должны. Так, где у меня этот гребаный самолет? Well, in case you change your mind and want to train tonight instead, I'll keep your training facility active. Посмотреть досье персонажа. Быстрое перемещение. Перемещаемся. Точка сброса Бэткрыла. Давай. А вот все помехи, которые есть, они будут нам мешать. Нам надо, кстати, устранять и башни это чистить, потому что нам нужны будут быстрые перемещения. Врываемся в хату. Дымовая завеса. Smoke pellets will confuse my opponent. I need to get up and out of danger. He can't shoot what he can't see. Attacking head on is a good way to get myself shot. Вот так. Вот. Probably the hostage too. Сейчас мы с ним разберемся. Attack from above. Nobody ever does. Это я уже видел. И давай. Опа. Хоп! Быстро захватил. На.
Давай, тащи, 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 тащи. Итак, итак, давайте. You think it's the guy that hired us? You piss him off or something? No way. Besides, I don't get the sense that he's the physical one. Either way, we need to get the hell out of here. Подождите вы. А как мне отменить-то? На. Get yourself to safety and call the police. They'll want to see what's going on here. Okay, I will. Как скажешь. This was just supposed to be a service call. Ага. Понятненько. Блин, я думал, ты преступник, конечно. Угомонил. Так. Какие-то, кстати, где-то испытания должны быть, которые это надо проходить. Только что я за это, конечно, получу, я не знаю. Ну ладно. Давай сюда. Господи. Лошарик. Лошарик. Function is from storm damage. Так. I need to set up a crime scene and find out what happened. I should start by identifying the victim. Не открывается. I should investigate this crime scene before going any further. А вот теперь смотрим. Тут будет такой небольшой сюжет. Кстати, вы можете запариться тут в этом в том плане, что. Optics employee sent here to repair a faulty network tower. But what killed him? Scanning the DNA. Ой, что его убило? Давайте. Будем восстанавливать сюжет. Как это все было? И этого электрика убило током. А, оказывается, все это время пробел жмем. Понял. Impact analysis. Завершено. Итак, вот он ткнул, и он нахер оттуда аж вынес. Ну и фишка еще не только в этом. Отпечатки пальцев. Но и это еще не все, он там не надо карточку подобрать. Видите, читает отпечатки там все туда-сюда. That's curious. What's curious? Mr. Baker's dead, sir. His body was recovered from the Diamond District just under an hour ago. Looks like someone's tying up loose ends. I can bypass the booby-trapped access panel with my cryptographic sequencer, but I'll need the encryption. Давайте смотрим опять. Access card. Reviewing the crime scene will show. Мне тут опять надо сейчас все восстанавливать, все назад отмачивать. Так. Воссоздать место преступления, прокручивая вперед или назад. Вот вперед прокрутили, видите, карточка упала.
Давай. Блин, плащ мне еще порвали. This card has the codes I need to hack any of the network tower's access panels. Нет. Мать его. Да. О. Не ту нажал просто. Эвтаназия, да? То есть самоудушение, или как оно, покончить жизнь самоубийством. Удушение получается, перекрыть кислород, но задохнуться. Alfred, contact the GCPD. Свяжись с полицией, сообщи ему о трупе. Отправь мои данные моего анализа. Значит ли это, что вы нашли источник помех? Пока еще ничего не значит. Мать его. Открываем. Не то. Ой, господи, какой малый у меня радиус. Как так? Я знал, что ты рано или поздно появишься. Извини за беспорядок внизу. Кто это? Энигма, скажем так, я величайшая загадка, которую никогда не разгадать. Значит, Энигма. Ох. Ну так. Закрытая зона. О чем ты говоришь? Это тебе, конечно, хочется знать. Все, она нам открылась. Данные вот эти... И надо, кстати, нам собрать их нахрен, наверное. Я не знаю. Ну, давайте я подсоберу. Давай, уходим. Да, у меня, ну, зацепка насчет Энигмы. Ну, подумай, слишком долго, сэр, но мы можем знать, что в конце концов вам придется делать и то, и другое. Так, быстрого перемещения мне пока не надо. Jezebel Plaza before that arms deal. I'll have no way to locate the penguin. Мне надо другое. Да подожди. Так. На башне на этой. На.
На. Ах, ты падал. Так. Whatever these relays are protecting. Уничтожено. Can't be. Ну так где карта? Good. I should destroy any more I come across. Так. На. Итак, два-то мы уничтожили. Или что не так? Тут что-то бежать надо, я как понимаю. Так. Какие-то тут головоломки дикие. Подожди. А где еще-то? Так. Смотрим, это что у нас? Thank you.
Вон оно что. Да мать его. Управление. Нет, не управление, настройки. Да нет, не эти. Настройки игры. Прям даже отсюда вижу эту зеленую хрень. Выполните так. Так. О, будь здоров, ой, спасибо. Буду. Так. Так, а я не понял. Уничтожить все регистраторы, чтобы получить доступ. Так, ну давай, хрен с ним. Я же вроде только что оттуда. Like the GCPD
seen none like before. Definitely doesn't belong. Oh, it's that bat freak! Guys are in trouble. Let's. I've had enough. На. Так, а где у меня эти все? Нет, не эти. Досье. Готэмская разведка какая-то. Это что такое? Судья по GPS беспилот и следующий пункт назначения. Не понимаю. Так. Так. Так, ладно. Выполнить 3 бесшумных решающих удара за одну битву в режиме хищник. Ага, вон, решающий удар через решетку, захват с высоты, и решающий удар с высоты. Завершите битву в режиме хищник. Так, завершите битву в режиме хищника, оставаясь невидимым и не пользуясь детективным зрением. Так, ладно. Взял. Это я не понимаю. Я его не закончил. Так, здесь нету, ладно. Вот теперь уничтожено.
переуничтожено. Так. Их, оказывается, не так еще легко найти. Jezebel Plaza before that arms deal, I'll have no way to locate the penguin. Так. На. Давай сюда. Так. Так. А он где-то позади меня. Выбил что-то там, бонус какой-то. Недалеко тут везде все. Вот так. Блин. Я помню, в первой части, сколько бы ты ни делал, там просто энигму, потом просто разговор такой, что его схватили и все. И то
по телефону. Да. Лучше они какой-то открыли. Давайте посмотрим. Это хрен мы откроем. Хрен мы там откроем. Ладно, это поход. Худший кошмар. Итак. Ладно, поехали. That looks like the crime in progress the GCPD dispatcher just mentioned. I could go investigate, perhaps stop the crime. I also need to get to the arms dealer to handle the plaza. Ба! Совершаемое преступление завершено. Вот. This is a long bridge. I should use my grapnel accelerator. Давай, лети. Вот это я, кстати, так и не понял, что такое. Вот где-то что-то открылось. Вот оно что. Понятно.
А я-то и не знал, кстати. Пока тут шел, хрен пойми. Ну давай, быстрее, быстрее. Вот для чего нужны точки перемещения, нах. Ну, давай. Поверь мне, я расправлюсь с убийцей. They'd expect Santa Claus, not a black-clad bat creature. I don't patter. Да. Так. Так. Нашли. Разбили. Вон оно что. Так. На. Куда мне? Так. Они как-то все рядышком расположены. Так, смотрим небольшой ролик. Вот до сюда вот я доходил. Not a dime changes hands in this city he can't tell you about. В этом городе ни одна сделка без Пингвина не обходится. Он в курсе всего. But penguins hard to find. His men are doing a deal here. I'll make them talk. Болтун, ребята. Так, он что-то деньги или тому подобное, тебе ему винтовку. Причем она какая-то пипец, как это хрен пойми, то ли оптическая, то ли херическая, то ли еще что-то. Придурок в шапке Санта-Клауса за главного. Ну и где все остальные, когда ведешь дела? Так. На. На. Ну
shit. Okay, okay, I give up. Я все, сдаюсь. Сдавайся, давай. Где сейчас пингвин? Я не знаю. Ну и нахрен ты мне тогда нужен? Клянусь. Вот и все. Очнись. За ногу держу его. Или привязал. Держу. Ни хрена я сильный. Говори, где Кабалпот? Отпусти, если настаиваешь. Я все-таки привязал. Прошу, не надо, я согласен, скажу все, что ты хочешь знать. Умоляю тебя. Я уже знаю все, что нужно. Неси. Нет, не виси два раза, не получается такой фокус. Считав сим-карту, я, возможно, смогу найти пингвина. Альфред, в связи с какими-то неполадками и проблемами в нашем оборудовании. Все, что я сигнал, что глушил систему навигации Бэткрыла, я пометил эту вышку на вашей карте. Прежде чем я смогу выследить пингвина, нужно устранить этот сигнал. Вот сюда мне надо. Доступен новый трофей Готэм. А вот здесь, кстати. Я тут за женщину-кошку-то не буду играть, да? На, по хребту ему. Жестоко, конечно. Так. Это мы знаем, как проходить. На. Это из старого Бэтмена взято. Или из нового, я не знаю, как правильно. Какая здесь, какая? Так. Ладно.
Why apply time and resources to a problem when you can just throw crap at it? А зачем я ее открываю? Что там? Блин, не то. Не входить. Поздравляю, может и не такой идет, каким упорно притворяешься быть, что тебе нужно, Энигма. Прямо к делу достойно, что же я отвечу Готэму, идет ко дну, его заполнили головорезы, привыкшие решать все на вопросы насилием. Понятно. В отличие от тебя, я не... Так, нравственности Готэма, уровень интеллекта. Понятно. Я предпочитаю более изысканный подход. Это воровство, ничего изысканного. Прощай. Now I can access the SIM card I took from that arms dealer and hack Penguin's communications. Так как открыта точка доступа. Так, пингвин нехило. Да, если бы в ней участвовал, то сейчас попал бы. Alfred, I'm reading a signal from Penguin's men, but it's not associated with any known wireless frequency. Ah, yes, I see it here. Looks like Penguin runs his own private wireless network using laptop transmitters. Так, минутку. Я не могу сейчас туда идти. Так. Serving as ad hoc comm stations. He's feeding his men frequencies via two-way radio. There are two of these comm stations near your position. Good. Mark them on my map. Вон там, я думаю, вот висит, нет? Нет, ни хрена, ничего не висит. Так, подождите. На. Ну, вроде нормально всех. Всем досталось. Так. Заска-то нету, кстати. Так, нет, нет, это ничего не надо. Не понял. По мне стреляли, что ли? Так.
На. Эти нас тут недалеко искать особо не надо. Нашел, не важно. На. Так. Что это за след от пули? Шляпочный. Рано еще, да? Здесь я что-то не понимаю, маленько, конечно. Тут есть, нет? Вот нет. Достал. Так.
На. Вот и все. А мне это куда? А, мне вон куда. Подождите. А ведь в той игре я именно с этой башни начинал. Вон там меня били, я вот тут лазил. И сюда потом на башню скидывали этот мне мой костюм. Донаты. На, господи, я бы тебя ж еще не тратился на тебя. На. Я хоть ряд, ага, я рядышком. Электрошоком, значит, надо. И снайпер или кто стоит? Экс. Блин.
Взял. Уничтожил. Да где-то здесь оно должно быть. Так. Вроде неплохо справился. Ready for round three, then? Let's see what you... Careful now. That's public property you're destroying. Куда идем? Crawling around in vents like a common rat. How expected. Так. Ага, вон оно чё. I bet steering that thing requires a whole lot of concentration. Oops, sorry about that. Открывай. Oh, that poor door. You really should apologize. Я так не думаю. Как увлекать, мне понравилось смотреть, как ты справляешься с этой загадкой. Следующий сделал еще интереснее. Она завершать, наверное. Информаторы, данные. Ретранслятор, все это твоего ума дело. Так что прекрати. Ну, кстати, неплохо, да, значит, получается, поработал. Так. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.